Итак, всем привет! Сейчас я вам покажу, как заправлять ручки Parallel Pen. Для этого нам понадобится заправка. Я заправляю самой обычной тушью. И шприц. Шприц желательно брать с иглой. Итак, разбираем нашу ручку. Снимаем емкость для заправки. Набираем в шприц тушь. Заливаем ее в емкость. Готово. Собираем нашу ручку. Немножко встряхиваем ее. Промачиваем перо. Все. Ручка готова.